Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в строи за котика-пармотика в рюкзаке. Нам предстоит в этой серии узнать, как согреть нашего программера, который должен починить трекер. Но есть на это предположения кое-какие. Поэтому отправляемся. Погнали! Чтобы согреть, есть такое предположение, что нужно добыть пончо у бабушки. А она просила ей, как вот там, принести кабеля. Кабель наверняка можно выменить у вот этого товарища. А у нас, учитывая, что мы все делаем как попало, уже есть стащенный оттуда вот растворитель, наверняка за него можно выменить. Но прежде чем мы будем менять, у нас есть еще одна мелодия, пойдемте ее послушаем. Приносит ты кунг-фу, парень. Кунг-фу-робот. Здравствуйте. Так. W. E. Без названия. 44 ноты. Давай. Что это? У кого хороший слух, расскажите, что за мелодия. Я не узнаю в гриме. Так, W. Ну, больше у нас пока мелодии нет. Поэтому поперли, попробуем что-нибудь выменить. Хотя, так, ты кто такой? Ты что тут делаешь? Угу. И теперь мы требуется очень мало света. Просто добавляю немного воды и смотрю, как они растут. Поистине удивительная технология. Ну, хорошо, что вы этим занимаетесь, иначе нам было бы нечем дышать. Драту всем. Только взгляни на все эти замечательные вещи, которые подают в наш мусор. Это были неспятные сокровища. А непременно навестить меняльщика, у него всегда найдется... Подожди, стоп, это ты не меняльщик, а где меняльщик? W. Так, стоп. А ты джакузи, а меняльщик где? Я был совершенно уверен, что это меняльщик. Стоп, нет, ничего. Так, хорош беспределить. Кто из вас меняльщик? Так, ты мне по башке не дай, пожалуйста. Так, там где-то был указатель. Так, тут указателя нет, случайно. Было бы логично, что где-нибудь здесь сидел бы меняльщик, не? И кто такой? Лита, нам повезло, что... А, трущоба-то еще немало угроз, подготовка самая важная. Так, а ты кто? Проверить... Привет, я торговец на рынке. А ты дашь мне что? Я даю тебе что взамен? Все очень просто. Три банки энергетических напитков, не меньше. Так, стоп, нет, мне нужен кабель. А это что? Ноты. Я понял. Так, перевести. Рынок. Так, ладно, кабель. Лучше на рынке единственный, я бы сказал. Имеем. Располагаем. Огонь. Так, ноты. А ноты на что ты меняешь? Прекрасно, очень известная музыканта. Одну банку энергетического напитка. Насколько классная идея. Ой, давайте поменяем. У нас есть, поэтому мы можем. Можем себе позволить. Не знаю, зачем я это сделал. Так, то есть у нас тут есть еще вот эта хрень. За три банки, да?
И все. Но это, видимо, потом нам надо будет. Если надо будет. Так, котик. Мой музыкальный котик. Так. Чего мы там себе намутили? Вечер вычислений? Что это? Давай. Наверняка что-нибудь известное, но я не узнаю. Опять же, если кто-то в курсе, напишите в комментариях, что это за мелодия. Там-там-там-там-да-там. Там-там-там-да-там-да-там-да-там. Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Наверняка что-то жутко-жутко известное. Ну? Угу. Уморился, ну ладно. Так, нам теперь к бабуле. Бабуля живет... Бабуля живет. Кстати, надо теперь обращать внимание на аппараты с газировкой. Только осталось их найти. Бабуля, по-моему, где-то там была. Потому что из них мы можем... Такие? Кроме хранитель... Кроме того, что хранитель может открыть эту дверь. Ага, хранитель умеет открывать двери, понятно. Оставил на улице, на следующий день зурки сожрали его целиком полностью. С ума сойти, они могут есть все. Так, ладно. Стоп. Я опять в какой-то тупик попал. Как говорится... Так, нет, это не тупик. Это... Так, стоп, а это что такое? Так, это, по-моему, бар. Ну, бар это хорошо, но нам пока туда не сильно надо. Что? Кто? Где? А, перевести. Перевести нам пока не надо. Так, бабуля. Вон бабуля. Тут у нас наш программер. Осталось только найти еще энергетических напитков. Ладно, за ними мы еще сбегаем. Привет. Да, нашел. Немедленно приступай к работе. А долго ты будешь шить пончо? А, ну нам промотают время. Пончо. Если он нам подойдет, то у меня вопрос открытый, как он натянет тот робот на себя. Ну да ладно. Так, мы к нему пока не будем возвращаться. Мы попробуем найти еще раз аппарат с напитками. Я помню, где-то я видел. Так, а че я крадусь? А, потому что я shift не нажал. А, отсюда мы пришли. Нет, туда нам не надо. Отсюда мы пришли. Тут где-то нас кто-то боялся. АП. А как нам еще оттуда напитков извлечь? Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Или что? Или тот монитор просто как, ну, чисто для понта стоит. Потому что я не помню, где еще можно подрезать напитков. Хотя, может быть, в баре? В баре. Баре, баре, баре. Баре, баре, бери, бери. Буньк. Так. Ну-ка. Так, так, так. А, ну это мы узнаем о бабушке. Так, а где мы тут можем себе подрезать напиточков? Слушать музыку. Ну-ка.
Нет, здесь ничего не можем подрезать. Жаль, жаль. Так, ладно, валим отсюда нафиг. Так, где-то здесь мы, по-моему, носились. Что? Кто? Мне показалось... Не, перевести. Ну, как раз тут в темноте, чтобы наслаждаться природой, солнца не нужно. Огонь. Или нет, не знаю. Так, стоп. Тут это бомжи сидят. Ютятся. Тут у нас бар. Вот здесь, по-моему, где-то, да? А мы вот туда вот так запрыгнуть можем к нему, чтобы не стучаться больше? Лобысь, лобысь. А, нормально. Рабочая схема. Тихо, тихо, тихо. Да. Да, ёп. Так, да. Так, как мне выйти? Ладно. Так, 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 все. Отпускай чудо-трава. Еле развернулся. Так, мерзлявый ты наш, держи. Да-да-да. Ой, стой, нет, я пошутил. Трясется он, блин. Ты робот, дубина. Еще бы. Так, держи. Робот в пончо. Серьезно? Ну, предположим. Чини. Вуаля. Ну вот, малыш, надеюсь, ты найдешь того, кого ищешь. Не то, чтобы я бы хотел бы радоваться этому, но, допустим. Робот, ты балбес. Так, ладно. Нам с трекером куда? К, наверное, как вот там, Момо. Момо был в васабе такой. Странный чувачок. Помощник. Не помню главного героя. Здорово. А, нет, трекер нужен этому дубине. Шеймусу. Так, осталось только найти Шеймуса. Нет. Шеймус, Шеймус. Бесячий город, на самом деле. Ну, хотя плюс-минус. Как говорится, могло бы быть и хуже. Здорово, чудик. Блин, мне удалось починить трекер. А, кто из нас робот? Ты или я? Вообще у нас лапки. Так, еще бы. Держи, держи. Так, что дальше? Ни хрена себе диавай. Где мы вот такой диавай таскали? Мне вот один вопрос. Так. И что это значит? Рассказывай. Есть сигнал. Оружия нет, но мы пойдем к зоркам. Я не хочу. Будем следовать трекеру. Может быть... Какая-то так себе идея. Но у нас, видимо, альтернативных вариантов нет. Хотя хотелось бы. Угу. А он сейчас окажется, что сидит где-то здесь. А они мимо друг дружки ходили. Это будет тогда эпик фейл. Или он один из этих роботов. Мы сейчас, видимо, придем к канализации, я так полагаю. Гадалки не ходим. Так, здесь мы меняльщика использовали, бабулю этого использовали. А он больше никого нет. Так. Что, заблудился? Ну вот, он действительно ушел из трущоб. Допустим. Там опасно, но я должен быть уверен. Мне нужно знать. Вперед. Ну, может, ты сам сходишь, принесешь там что-нибудь, не? Так. То
есть нам сейчас нужно будет управлять собой и этим дурнем? Или как? Ага, то есть ты меня решил выпнуть. Вот ты сволота. Серьезно? А нет, тоже идет. Так, ладно, допустим. Идея говно, но... Так. Трекер бы включил. Так, только посмотри на все эти яйца. Зурков, они же нас сожрут. Нет, я не могу. Ага, то есть иди я один. Я не такой быстрый, как ты. Зурки меня точно догонят. Вот, возьми значок. Папа его узнает. Он поймет, что ты друг. Охрененный значок, ну допустим. Я открою тебе дверь. Спасибо, блин. Я не хочу. Так. Ай, какую-нибудь карту бы еще бы, а нет. Так, твари. Непонятно пока куда нам. А мы можем куда-нибудь наверх закарабкаться и как-нибудь. Вот зачем здесь колючая проволока? От кого? От котиков, блин, обормотиков. Вот сволочи. Ладно. Не запрыгнуть не можем. Как-то сыкотно, я так скажу. Тупик. Говорящее название. Мы уже с такой фигни падали. Мне не понравилось. Нет, там мы не пройдем. Ну, тут, видимо... Буньк. Мрази. Сучье племя. Твою. Зараза. Бесячее место. Надо какую-нибудь клавишу другую, чтобы поставить на сброс этих дебилов. Так, ладно, это потом-то нажмем. Скорее всего, не поможет. Так, а мы как-то на мягких лапках можем это сделать? Чтоб не шуметь. Ну, суки. Зурковские. Да ёп. Так, бежать нахер. Твари. Дай. Твою мать! А куда дальше? Ай, срань. Мне туда вот надо было. Под. На. Бесите, твари. Мне это не нравится. Так, бежим, котик. На
Давай, давай, бормотик. Нахер пошли. Нахер, мрази. Ух, твари, сука. Да, тварь. А, ну мне, видимо, надо сбежать наверх, бежать кругом. Мне очень не нравятся вот эти побегушки с зурками. Пошли нахер. Эй! Суки. Уф, проскочил. Так, какой-нибудь автосейф есть, нет? Так. О, твою мать, как это было напряжно. Так. Пошли нахер, мрази. Так, бумк. Так, сюда. Ну, я предполагаю, что надо делать, да? Допустим, эта механика нам плюс-минус ясна. А как? Почему? Так. А чё не так? Не доехал? Плохо прыгнул? Или еще раз надо? А, я понял, еще раз надо. Механика была не до конца ясна. Надеюсь, опять же, обратный ход у нас будет какой-то более разумительный. Так, я вижу опять мразей. Мрази, мрази, мрази. Ой, ну, блин, какие наши варианты? У нас, видимо, вариантов никаких нет. Чего? Ёпты! Ёпан! Твою мать, это так задумано было? Ты в порядке? Ничего себе падение. В порядке? Серьезно? Я не уверен. Док должен быть где-то рядом, осталось совсем немного. Как ты, блин, догадался? Так, опять у нас лапка отшиблена. А это запланированное вообще было падение или как? Да, лечи лапку. О, починилась лапка. Так, где этот док? Так, хорошо, что у нас плюс-минус все заживает. А то бы мы тут настрадались. Так, опять там какие-то мрази. Конечно, поездка вот на этой хренодрыгали было внезапным открытием. Так. Нам бежать куда-то опять надо. Так, док, твою дивизию. Че вы, роботы, могли бы себе придумать какую-нибудь там рацию, что ли? Или что-нибудь такое? Так. Так, опять. Стоп.
Мне кажется, ли это какая-то знакомая местность, нет? И куда нам? Так, там он вроде мосток, да? Направо пойдешь, налево пойдешь. Так. Какой-то кабель. Ну, пойдем за кабелем, не знаю. Может быть, это не совсем правильно? Как-то тут подозрительно все. Так, стоп. Угу. Почему эти яйца никто не лопает? Вы ж роботы. Так. Мрази. Паскуды. Глазик-то вам выколоть бы. Так, что у нас тут? Есть что-то полезное? Перевода нам никто не даст, да? Так. Затухните, крысеныши. Эй, док. Эммет Браун. Доктор Эдишн. Погоди, ты не зурк. Да ладно. Кто ты? На тебе мой значок. Откуда он у тебя? Тебя послал мой сын, а Шеймус умный мальчик. Ну, я не сказал, что он умный. Я есть один уже целую вечность. Пришел сюда, чтобы протестировать дефлюксор. Но все пошло не по плану. А, вернуть домой. Я очень скучаю по сыну. А что не так? Как выбраться из этого места? А у тебя же есть этот флюкатор, который где? Что это? Я видел людей в таких костюмах. Они были маленькими, постоянно бегали вокруг и шумели. О да, теперь я вспомнил, это были дети. С ними улицы казались гораздо более оживленными. Несмотря на трудности, которые они приносили, взрослые, казалось, их очень любили. Док говорит, что скучает по Шеймусу. Это то же самое? Так, допустим, скучает он. Странно, почему мы иногда на клавиши нажимаем? А, нет, нормально нажимаем. Я думал, у нас лапки поломались. Так. Мистер. Зурки нападут, как только мы отсюда выйдем. Повторюсь, у тебя же флюкатор есть. Был. Ты им пользоваться не хочешь? Так. Ю. О, осторожнее с дефлюкатором. При полном заряде он взрывает зурков, как конфетти. Шикардос. Для этой работы крошки требуется 1,2 гигаватта. Хера себе. Единственный источник энергии, способный его создать, это генератор за домом. Проблема в том, что он не запускается. Не запускается, наверное, перегорел предохранитель. А учитывая, что все вокруг кишит зурками, выйти наружу, чтобы его починить, для меня слишком опасно. А, для меня типа не опасно. Вот и придумал. Я не такой быстрый, как ты. Если доберешься до генератора, заменишь предохранитель, я смогу перезарядить дефлюксор. Как вы меня одолели все? Кто бы знал. Иди за мной, я покажу, что делать. Вас всех не смущает, что я котик? У меня лапки. Видимо, нет, да? Не смущает. Ну, тогда мы тут немножко погром устроим, просто как бы для проформы. То это беспредел какой-то.
Так. Отрезать мы, видимо, больше ничего не можем. Ну или я не вижу, по крайней мере, что еще можно тут это экспроприировать на нужды котиков. Так, там вроде перевести ничего нельзя. Ну-ка, тут не, ничего не. Упс. Ну, я котик, мне можно. К тому же котик-обормотик. Котик тут настрадался, пока сюда бежал. Поэтому нормально. Угу, здорово. Совершенно новый. Венера отключается громко, так что жди зурков. А мне что здесь нужно будет? Как только починишь генератор, я смогу зарядить и запустить дефлюсор. Следуй за этим кабелем, замени предохранители и возвращайся. Удачи. Сказал бы я тебе, что я думаю по этому поводу. Ну да ладно. Ну, как говорится, вздрогнули. Так, то есть сейчас зурков нет, да? Мы можем плюс-минус. Так, стоп. Мне ж не туда. Не, вроде не туда. Какая-то... Не, не мелодия. Показалось. Угу. То есть пока что мы идем не суетим, да? Так, то есть вот этот промежуток мне нужно будет проскакать. Аки сайгак. Так, котеечка, давай сейчас это, без лишних звуков. И так чую, дело пахнет керосином. Угу. Ну, допустим. Ну, хер с вами использовать. Так, а нам обязательно тут тусить? Сан ёж. Допустим. Ёпты! Допустим. Ёпта, ёпта, ёпта. Мать вашу. Бежать, 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 бежать. Уф. Ладно, это было не сильно сложно. Отлично, ты включил генератор. Надеюсь, это все. А мне, надеюсь, эту пушку приделают в виде, там, я не знаю, такого лазергана. Ах, мощная штука, этот дефлюксатор, он точно поможет нам выбраться отсюда. Погоди, возможно, я смогу установить дефлюксатор. О, да. А батарейка на сколько будет долго работать? То есть заряда насколько нам хватит? Ирай себе. Ты такую херню вкрячил в этот дрон. Каким образом? Сработал дефлюксатор, установлен на твоем модном дроне. Он не предназначен для работы от такого маленького источника питания. Его использовать слишком часто. Он может сломаться. Только помни, это не игрушка. А теперь пошли в поселок. Я возвращаюсь домой с сыном. Так. Ты сейчас что предлагаешь? Мы как-то автоматом туда придем? Или мы сейчас пешком будем как-то идти? Стоп, а как включить эту хренобору? Или она автоматом будет запускаться? Так, стоп. Непонятно как, да? Ты бы рассказал вначале бы. Братан, ты расскажи, как пользоваться, чтобы мы могли пройти. Удерживайте, чтобы использовать. Ух, отлично работает, но, как я и подозревал, он может перегреваться. Угу.
есть плюс-минус, если это произойдет, дай ему немножко остыть. Надеюсь, это хватит, чтобы добраться до поселка. Ап. Так, ты, стой, стой, я еще не иду, сожрут ведь. Ну, допустим, ладно. Переключатель не работает, похоже, электричество отключено. А, это вот та дверь, которую мы видели с той стороны. Так. И что? Постучать, нок-нок, мадафака. Так, чего? Как с тобой пообщаться-то? Или ты сейчас что-то порешаешь? Поговорить. Мы должны найти способ открыть эту дверь. Так, я могу бочку катать. Могу две бочки катать. Могу что? В трубу залезть. Так, ну, по всему мне нужно бочки раскатить. Какой-то ты не очень умный док, прямо скажем. Хотя там решетка. Ладно. Так. Куда мне надо? Ну, наверное, трубку, мне кажется, да? Так, ну... Не? Фига себе у тебя морда. Шарапов. Так, нет, это я выкатить не могу. Или не хочу. Так, с этой бочкой что-то не так. Так, допустим. Туда? Нет. Ну-ка. Расскажи. Теперь помочь доку. Огонь. Что нам нужно сделать? Помочь доку. Док, ты бы намекнул. Или что-то должно где-то освободиться? Нет. Так. Нет, здесь я вроде, ну, никуда не могу запрыгнуть. Так. Нет, не сюда. Не сюда. А почему оно покатилось? А, то есть нужно было ее просто в другую сторону откатить. Ну, допустим. Пока еще не понял. А, вон куда надо. Все, понял. Беспалевное место. Ладно, ладно. Странно, то есть оно там вполне себе могло прокатиться, как по мне. Пунь-чпунь-чпунь. Где мы? Мы где-то в нашем районе, нет? Нет, там яйца я вижу. Ох, ладно, я думаю пробираться дальше.
сквозь вот эти вот яйца, светящиеся и прочую дрянь, мы будем, видимо, в следующей серии. Потому что неизвестно, сколько нам идти, хотя, может быть, идут туда быстро. И затестим заодно этот дефлюкатор также в следующей серии. До свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.